там свою. Да, прекрасно. А ты зачем это нахуй? Что вы делаете, мужчина? Вы в своем уме. Это адекватный. Отойди от... Заебал, пока тебя барат нахуй не выйти. Чего? Полицию сдавать. Никитинск, 49. Вон, смотри, глянь. Два места перекрыты. А, вот это? Да. А с той стороны? Да зачем? Отсюда пока снимем нормально. Давай зайдем просто это. Попросим убрать. Подальше встань на всякий случай, он там адекватный. Не открывает. Что вы хотели? Здрасте, а уберите, пожалуйста, конструкцию с проезжей части. Сейчас, минутку. А, спасибо. Да, посмотрим. Подальше встань, а то там могут это... Может разная реакция выйти. Да, не нравится. Так мы же договорились уже. Что вы опять ставите там? Мы же договорились, все милиционеры. Ну да. Потом я перезвонил, все согласено. Не, наоборот, все уже брали. Как? Ну как, помните, в прошлый раз же убрали же вы все. Этот был, как его? Он же сказал сам вам убрать. Так при потом, мне. Потом он это... Мы да хватит вам, никто не звонил никуда. Да как, звонили. Да хватит, тут для благоустройства вас все. Уберите, пожалуйста, а? Не будем же мы опять вызывать-то. Кого полицию? Вызывать? Да полицию. Да? Да ладно, сейчас мужчина уберет. Да ладно, подожди, не надо накалять страсть. Да не надо, не надо. Мужчина, ну зачем же, мы с вами нормально разговариваем. Ну что вы, не надо. Послушай. А, вы специально выставили, что ли? Поговорить. То есть вы не будете убирать? Ну, уберу, давай поговорим. А что вы опять выставили? Да сейчас уберу, вы что, убрать трудно, что ли? Можете убрать? Могу. Ну, уберите, пожалуйста. Брать тебя уберу. О, спасибо. Это. Так они же приходили. Майор, два капитана. Да это вы рассказывали, это же давно приходили. Да. Потом вот этот, вот этот, что был, протокол стал. Звоним ему. Я там через своих милиционеров сидел. Все, ничего нормально. Да хватит вам нормально, он при мне вам сказал убрать и все. А бумаги, что мы тебе показывали? Ничего не... Благоустройство же здесь. Для благоустройства ну, не нельзя ставить. Делается. Ну правильно, ну пока... Мы же с вами договорились, когда вы будете благоустройство делать, вы до тех пор не будете ставить, правильно же? Сейчас же вы не по назначению используете для парковки. Только заказали. Ну правильно. Только заказали. Ну я согласен с вами, да. Но сейчас же вы паркуете просто своих же. Они же не для парковки послушайте, же выделены. Ну не наши запаркуются, чужой человек. Ну, какая ну я же видел только что. Не, хорошо. Вышел чужой, отсюда и запарковался. Чужой запаркуется, лучше будет. Лучше, конечно. Кому? Людям будет лучше, потому что здесь везде знаки стоят. Парковка запрещена, ну, они спокойно... Знаете, что с 1 сентября вот это все будет. Не, я, ну когда будет, тогда это же другой разговор же, правильно же. Вы же согласны? Потом это будет только. Снимает, ты даже не спросил, зачем парковка. Ну вы же, смотрите, вы же правонарушение допускаете, ставите, сами же выставили только что. Уберите, пожалуйста, и все, и мы не будем больше ваше время тратить. Да. Давайте мне, я вот сюда помогу вам. Надо, я сам. Сами, да? Дорогие, да мы, не, мы с ним ничего не сделаем. Ну что же, переживайте так. А потом с моей получит. А, понял. Да, интересно тут. Пока прокуратура не займется, ничего не будет. Видишь, они всем этим вот... В этот раз лучше. Ну не ставьте, пожалуйста, ладно, ну что же вы так обещаете и не ставите? Ну взрослые и... люди, мы
И опять... правильно, взрослый человек обманываете. По РСТ. Понятно. Смешно. Да согласен с вами. Вы уходите. Вы ставите, да, ну понятно. Ну вон, глобус, что так и не дошел? С утра придем обязательно. Хотим прийти. В прошлый раз говорил. Нет, хотим, правда. Придем обязательно. Сейчас до них дойди. А там есть конструкции? Сейчас посмотрим. Полдня. Сейчас посмотрим обязательно. Полдня стоял. Ну, вы можете не выставлять, но просто вам же придется это вообще до бесконечности убирать их. Это ночью не спал, зуб болет. Ладно. И мы с вами не хотим. Мы вообще ни с кем не хотим. Да. Нам, мы просто просим всегда. Спасибо вам большое. Ну только не выставляйте. Ладно, пожалуйста. Ну как? Ты проработал, так я сказал. А, сказали, выставите и все, да? Ну понял. Как бы ты не выставил. Не выставил, иди на фото. Все, понятно. На другую работу. Понял. Вот вы скажите, не буду я закон нарушать. А есть я что? Иди на другую работу, да? Да, сразу. Что я буду? Есть. Ты же мне не дашь. Понял. Ну, значит. Понял. Слушай. Здрасте. Да, пойдем поговорим. Дай по-человечески поговорить, ты заебал, пока тебя аппарат нахуй не выйдет. Тихо, матом не ругайтесь. Я по-человечески, блин, матом в этом вообще с места не ругайтесь. Вот смотри, ты пришел, я тебе пошел на встречу. Да. Директор в окно видит, говорит, ты что не выполняешь мой распорядок? А давайте директору пообратимся, не к вам. Чем мы через вас? Меня вынул? Да давайте к директору. Я с директором просто переговорю, не через вас. Да вы с тобой даже он пусть сам примет решение. Я тебя попросил, нет, я выбрал послушать, правильно? Он с окна вышел, говорит, зачем ты убираешь? А можно директору обратиться как-то, пригласить его, чтобы через вас? Не будет. Почему? Потому что он говорит, я с такими людьми, которые не хотят работать, а ходят, мешают другим работать. Откуда он знает просто? Он же не знает, хотим мы работать или нет. Понимаешь? Вот и вредь. Ну понятно. Понимаешь? А приказать я ему не могу. Ты сам пойми. А ты взъелся на меня. Да не на вас я взъелся. Я понимаю. Ты что думаешь? Я знаю, что это не вы. Я и хочу с директором обратиться, не к вам. Я не хочу, чтобы вас выгоняли. Власти, скажи, что я хочу к директору, чтобы директору сказать в лицо, что ты нарушаешь. Все. Пусть он сам принимает решение. А он тебе вот бумажку, что оплачено на 60 месяцев. Это за благоустройство оплачено. Вы клумбы ставьте. Правильно же, вы же сами. Они скажут, еще не приготовили клумбы. Ну и что? Смотрите, вам лучше будет, если. Потому что я сейчас говорю, в прокуратуру обратился. Сейчас прокуратура займется этим вопросом, все равно все станет на место. Вам лучше будет, что вас потом с помощью прокуратуры оштрафуют так же, чем вы просто уберете и скажете, объясните директору, что лучше не ставить. Давай лучше и все. Я уже обратился. Ну хорошо. Потому что она будет разбираться. Сейчас шишки? Не знаю, кто там будет разбираться, у них разные люди. Все равно это, понимаете, вот так же то же самое мне говорили. На меня, понимаете? Не на вас, если вы не... Я не на вас. На вас вообще ничего. Завтра меня выгонят. Знаю, что вы... Знаю, что вы человек... Тебе глаза выцарапать, сказать, у нас, блядь, двое внучек, вряд ли. А ты нахуй уходишь, за тебя выгнали, нахуй. Вы же сами нарушаете. Закон ставите-то, понимаете? Да ты бы на моем месте был, тебе приказали, ты бы что делал? Я бы не пошел бы нарушать закон никогда. Ну как? Ну зачем? Ну ты, может, поэтому так работаешь? У тебя работы нет больше другого? Ну это не важно. Ну нет, как-то я живу, правильно же? Ну как-то ты живешь. Да, как-то я живу же, правильно? Ну, согласен. Ну я не знаю, понимаешь? Мне просто не нравится, что вот я не могу, например, поставить на место на то, где можно это сделать, понимаете? Ну вон, место есть свободное. Да нету там мест никакого, там все занято. Будете убирать, не? А? Будете убирать. Что, будешь воровать? Не, и зачем? Я просто уберу. Я же знаю, что это ваше, вы потом в полицию даете. Да в сторону. Куда в сторону? Ну вон туда, поставлю и все. А я назад, ничего. Да беги, будем вот так вот. Ну поэтому директор нужен, можете его пригласить? Директора. Чтобы не через вас, я понимаю, вы подневольный человек, вам никаких претензий вообще нет. Что ты хочешь от него услышать? Хочу с ним переговорить, лично встретиться, узнать, сказал, зачем он так... Мое личное, он оплатил, арест. Я понимаю, но это не его лично. Ну, то же самое он тебе скажет. Ну вот хочу лично, чтобы он... Это лучше. Потому что к вам у меня никаких. Здрасте. Здрасте. Работать надо. А директора можете пригласить? Нельзя. А, ну понял. Да, убираем и все. Ура. Да. Полицию сдавать.
Да мы в полицию сдавать и несем. Вот он тоже 350. Сейчас мне плечи. Полицию сдавать. Тысячу нахуй. Ну ты с полицией потом верну. Мы им отдадим полицию. Уже приезжали хаишники и забирали у нас. Ну. И через день вернули, блядь. Да как вернули? Ну вот так приехали. А, правильно, потому что это ваше имущество. Правильно. Согласен. Да. Ну вы не ставьте. Вот это не полиция. Ну вызови сейчас их. Вызову обязательно. Вы не ставьте только, да ладно. Мы уже брали и привозили сами. Ну, понятно, потому что это ваше имущество. Не извинялись, конечно. Да, да. Но привезли. Правильно. Не ставьте. Вызови сейчас. А? Вызови. Я не хочу, а? А ты да, надо вызывать. Понимаешь, провоцируешь меня. Надо вызывать обязательно. Вызывай. А? Мы сейчас унесем, если не уберете. Да подождите. Уберите конструкцию, мы унесем их с собой. Конструкции на проезжей части ставят вот здесь вот граждане. Ну ты вызвал. Никитинск, 49. 49. Ну че ты, еб твою мать, ты заебал. Сейчас я вызову на проезжую. Тебя охрана нахуй. Никитинск, 49, ставят на проезжую часть вот здесь конструкции. Конусы, парковку перекрывают свою. Что-что? Сейчас отойдут. Да я здесь хочу стоять, чё? Выложи там свою. Да, прекрасно. А ты зачем ко мне? Во. Чё вы делаете, мужчина? Вы в своем уме? А это адекватный? Отойди отсюда. Хорошо промахнулся. Положи, да. Ляг. Ложись, дядя. Вась. Доцент. А доцент? Он не ложится. Пасть порву. Слышь? Пасть порву. Ложись, скотина, кому говорят. Ну! We'll be right back.